Сантехник Федор Балагушин в канун Святой и Светлой Пасхи пошел купить на званый ужин того-сего и плюс колбаски. Он 7 недель не ел мясного, не пил молочного, постился и только раз, на это к слову, кусочком сала соблазнился. Он, не скупясь чуть больше часу, ходил как царь по магазину и, наконец, привез на кассу продуктов в целую корзину. Кассирша очень торопилась, и, не моргнув зеленым веком, за полминуты разродилась большим 4-значным чеком. Сантехник Федор Балагушин эффектно заплатил без сдачи и только дома обнаружил, что был обсчитан, не иначе. А часом позже между нами вошла домой кассирша Ксюша, а вместо пола под ногами была одна сплошная лужа. Чтобы исправить неисправность, прорыв трубы горячей в душе был вызван, сами догадайтесь, сантехник Федор Балагушин. И все на круги возвращалось. На Пасху в доме стало суше, но ощущение осталось. Какая же ты дура, Ксюша!